Всем привет! Вы на канале Сорусором. Как вы заметили, сегодня у меня нет стрима, запланированного, к сожалению, на который я должна была объявить результаты розыгрыша камней. К огромнейшему сожалению, у меня все-таки умер компьютер. Он мне сказал пока. И пока что стримить я на нем не смогу. Поэтому стримы, скорее всего, отложатся до следующей недели. Я не думаю, что опять-таки продлится долго это затишье, и я все-таки постараюсь починить его. Но сейчас, в этом видео, как я и обещала, я объявлю победителей. Для начала я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом розыгрыше. Большое спасибо, что вы вообще заинтересованы в этом, за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что смотрите мой контент. Мне очень приятно, что так много участников. И надеюсь, что в будущем я смогу делать более крутые розыгрыши, более крутые призы. А так, большое спасибо вам. Переходим к победителям. Я использую специальный сайт, который рандомайзит нам комментарии. Пожалуйста, я ввела ссылку и начинаем. Первый победитель – Камисато Аяка. Я надеюсь, ты выполнила все условия, потому что повторно я проверять буду. Далее второй. Жанна Дарк является третьим победителем. Ничего не выиграет, но все-таки ты выиграла. Поздравляю тебя. Это был четвертый победитель. Напоминаю, что сегодня у нас их 10. Так, далее пятый. Шестой. Крылья ветра выпали. Эх, мне бы крылья ветра, а то так ничего не упало с этих фонтанов. Две пары крыльев. Блин, поделитесь сюда, что-то мне ничего действительно не падает с этих фонтанов ангелов. Еще один. Все сделал, молодец. Я надеюсь, что ты действительно все выполнила, потому что, опять-таки, я буду проверять повторно. Марина Мартынова является последним, 10-м победителем на сегодня. Всем большое спасибо за участие. Все призы, все награды, все эти драгоценные камни будут отправлены вам на игровую почту в течение недели. К сожалению, не смогу точно день сказать, но это все будет осуществляться уже только на следующей неделе, начиная с понедельника. Всех жду в следующих розыгрышах. И также извините, что сегодня не было стрима, потому что, извините, у меня умер компьютер. И, возможно, стримов пока что не будет, но, опять-таки, надеюсь на лучшее. Всем большое спасибо за просмотр. Приятной игры.